процентов здесь загружено. Я вот сейчас даже вам скайп включу просто, чтобы вы поняли. Если сейчас он не отгрузится пока. Вот, вот. Ну, опять донат. Сейчас посмотрим, что за донат. 10 рублей. Ебать ты, демон. Я понял. 95. 89. Вот только я вот включил, и сразу начало снижаться. Это что-то значит. Иконка Шкрека появилась и начала снижаться. Пишут всех. Даю установку. А, вот, в общем, вот, ОБС-то поставь на максимум, чтобы у тебя эти самые крышечки-то были. Да я вот, видишь, как видишь-то? А, ну уже не видишь, я же отключил. Поставил на максимум. Сейчас он у тебя ОБС не на максимум стоял. У меня он всегда на максимум стоял. Просто когда ты запускаешь скайп, он постоянно тебе снижает, хотя даже у меня галочки не стоят. Я не знаю, в чем смысл. Ладно. Так, мне нужно вообще игру запустить, как бы. Я же не буду стримить. Кнопочка уже появилась, этого достаточно. Крышечка. Ой. Все, на этом соскучу. Откачивается, ну-ка, я сейчас зарефрешу. На. Вот Андрюка скоро так вот, когда-нибудь проведут им интернет, тоже на Твиче будет стримить часов по 30. И нормально будет. Вряд ли. В 2020 году. Да некуда. Это если с работы выгонят, тогда сидите стримить. Ну а что, ты сможешь нормально, вот если я получил там сколько-то на жесткий диск, ты сможешь собрать себе на дом сразу, наверное. Ну не на дом, но на квартиру. С проживания, в смысле, имею в виду. Не на саму квартиру, это что? Я же не такой. Не, ну все-таки YouTube популярность это дело такое, сейчас она есть, завтра ее нету, то есть... Да. Причем сейчас вот грозились вот с этими ТНТ, мне так это убило, блин. Какая-то странная компания ТНТ, которая что-то там хотела, что-то права качала YouTube. Благо, что YouTube на уступки пошел, конечно. Из-за физрука. Из-за Чернобыля этого. Кому это надо вообще? Не, но на самом деле они правы, почему? Ну они правы только в некотором, они, понимаешь? Только, но они не знают, они... что такое Content ID. В Ютубе есть такая штука Content ID. То есть ты можешь поставить видео, что его никто не зальет просто. Саш, я тебе скидывал ссылки на форумы. Там люди зарабатывают тем, что заливают сериалы и прочее. С Content ID можно без проблем обойти. Ну, чуть-чуть ускорив видео, да? Чуть-чуть ускорив видео. Ну, там... Нет, сейчас это не прокатывает. Уже не работает. Да? Ускорение не прокатывает. А замедление? Ну, короче, меняется цветокоррекция, там, ну, разные параметры. Что это объяснять? Это нужно читать. Какие-то другие алгоритмы. Саня, работает стрим? Все нормально? Все видно нормально? Да. Все хорошо тогда. Потому что вот раньше, как проблема с музыкой начиналась, да, достаточно было немножко ускорить или замедлить, и все нормально, но не видел. А сейчас вылавливает. 15 рублей. Блин, крышечек, сорян, чувак, Алексей, но крышечек не будет, крышечки от 40 рублей, 15 положил. Но... Там написано в донат алерте. Под звездочкой маленькими буковками. А у тебя, кстати, как, Андрей, ты говорил, несколько видосов были там с музыкой проблемные. Висят и все. Писал там письма? Там, короче, там написано, что правообладатель зарабатывает на вашем видео, не дергайтесь и можете удалить. Чего? Или оставить. Я уже был здесь. Вам, о господи, не будет. Я понял. Ну там же можно. Они просто. Ага. То есть не я зарабатываю на них, а они и все. Ну правильно. Можно же ведь как сделать? Это удалить средствами YouTube, это первый вариант. И я еще как делал? Я писал права. Не прокатывает. А права пытался написать. А что писать, если они зарабатывают на нем? Ну, я как говорил, я вот как писал письма. Я в тексте письма писал. Я пробовал удалить вашу музыку несколько раз средствами YouTube. У меня ничего не получилось. Не могли бы ли вы отозвать претензию? Мне несколько раз шли навстречу и, собственно, всю... Ну, смотря какая компания. Я уже был здесь. Нет, но у тебя, наверное, претензия была, они не зарабатывали. Не. Просто они запрещали и все. Не. Именно реклама их шла на моих видосах. 10 рублей. Вы готовы? Сейчас чувак крышечек запустит, видимо. Готовы мы, готовы, наверное. Обязательно, Андрей, попробуй, то есть это не так уж и сложно. Они обычно идут навстречу, это ж не какие-то там видосы где-то. Намеренно их музыку пиратишь, намеренно зарабатываешь с их продуктов. Хотя у тебя есть одно видео, ты, наверное, с него не получаешь там, где вот твое самое популярное, что-то сталкер приколы или что-то в этом роде. Да, там два правообладателя вообще за него зарабатывают. Сразу два. Я уже был здесь. У тебя там миллион уже просмотров на этом видосе. Да, я думаю, что там уже большие деньги такие. Ну, хотя не знаю.
Ну, на видосе миллионники, ну, наверное, неплохие. Тем не менее, лучше все-таки проблему с этой гадостью решать. Провода. Не, это понятно, это очень нежелательно, когда такие видео висят, потому что изменится, может прийти время, да, изменится, да, политика и проконтрит, и все. Проводообладатель. И придется тогда удалять, и получится, что в прохождении там пятая есть часть, а шестой нету. Там, у меня вот все. То же самое получилось, мне пришлось так делать на самом деле, потому что у меня там видео было заблокировано во всех странах. Нормально. Пришлось. Ну, да. Вообще, когда блокируют во всех странах, это страйк прилетает, если не ошибаюсь. Не, у меня не было страйка. У меня никогда в жизни не было страйка. Вроде как. А мне как-то сделали, я помню, по одному. Хотя нет, был раньше. На старой партнерке от самого Ютуба был. Страйк от Ютуба, это как? Ну, я не знаю, я был на партнерке от самого Ютуба, в смысле, то есть, которая стандартная партнерка. О, крышечки сейчас пойдут, наверное, не? Крышечка, нет. Я обязательно сделаю то, что о событиях этого стрима потом. Со словами такими. Хе-хе, три. Все. О, крышечки закончились. Ниже. О, еще донат. Что, с ума сошли? Еще крышечки нет? Еще 40 рублей. Наверное, про то, что я тогда сказал. Человек сделал так, как я сказал тогда. Крышечка. Вот закончилось. Жесть. Два раза сразу заюзал. Охренеть. Саня, повышай цену часа стрима. Это плохо кончится. Сколько уже 175 стоит? 250? 300. Нет, 175 нормально. Саня, ты не понимаешь, что мне нужно сделать будет? Ты просто понимаешь, это тебе хорошо, что это тебе нормально. А, кстати, можешь поставить, кстати, 32 часа-то внизу у тебя написать. Ага, хорошо. Ты можешь. Ты 35 чуть не поставил, 35 часов. А? 30. Может, дойдет до 35. Может, и до 39. Вот все, я поменял цену. Теперь она 200 рублей. Всего-то на 25, а то... Ну, крышечки это, конечно, да, крышечки. Крышечка. Я по снах буду крышечки видеть, видимо. Крышечка. Да и... мне кажется, вот ты так спать будешь крепко, что ты там ничего не увидишь. Я пока вообще не хочу спать. Не знаю, что вы со мной сделали. А ты, получается, ты уже, наверное, сутки уже не спишь, наверное. Ну да, получается, не сплю сутки. Ну, я вот когда договорил с Саней, мне вообще пипец как хотелось спать. Сейчас вообще не хочется спать. Я не знаю, не сглазить бы это, конечно. Кошмар какой-то, да, представляю. Ну нет, сутки не спать, это не знаю, для кого как, для меня норма. Ну да, сутки это нормально. Но вот когда уже 48 идет, это уже, конечно, да. Если 48. Да это совсем. Чёрт, я уже был здесь. Двое суток. О, Господи.
У меня главный энтфолов стоит такая эта фраза из лома, я думаю, Андрюха, ты слышал. Черт, я уже был здесь. О, господи, слышал такое? Энтфолов, когда человек подписывается на канал, чтобы смотреть, типа, ну, это, ну, то есть, по почте, чтобы отправлялось там и так далее. Что, больше 40 это было, нет? Было 40-40. Два раза 40 ракет. 42 вроде было. А, да, 42 и 40, да. Ну, этот человек, он уже очень много задонатил, ему огромный респект. Он как-то бог, там, 237 называется, бог 237. Крышечка, крышечка. Черт, я уже был здесь! О, господи! В Моботе пишут 175 рублей. По-прежнему. А, да, Мобот надо сделать. Я уже был здесь! О, господи! 200 пока. Саня, знаешь, что я хотел сказать, какую команду, чтобы ты сделал? Инфо. То есть, которая все команды показывает. То есть, и нажимаешь... О, опять донат. Опять крышечка. Ваномас. Крышечки. Астериск. Только не крышечка, а астериска какая-то. Астериска. Астериска. Что за астериск? Астериска. Нет, ну мало астерисок. Каких-то звездочка. Это астериска, астериска какая-то. Астериска. Снова считаем уже, да? Да, 40 рублей еще. Не, снова считаем. Черт, я уже был здесь. О, господи. Ну да, 200, да. То есть уже тот, который старый по 175, он уже засчитывается. Стериска. Что за стериска вообще? Почему из каких-то символов получаются слова? Это что за жесть вообще? Как так получается? Андрюха думает, какой я дурдом попал? Что тут происходит вообще? Какие-то стериски, крышечки, блин. Пожалуй, мне пора уходить. Не, на самом деле, да. Еще один, да, да. Может, Макса поймаю. 10 рублей. Может, внимание, анекдот. Дорогая, ты упала? Нет, блядь, резко легла. Да, было бы здорово, если бы все-таки Максим появился. Ну вот, пойду я его искать. Сейчас в ВК, в этом самом, короче, везде. Максим 150, да. Давайте, ребят, давай, Саня, тебе удачи. Давай. Заскочу, как будет время еще. Хорошо, я буду рад, буду рад вообще. Да. Ну, давай. Давайте, давай. Пока. Все, давайте. С удачи. Ну, блин, крышечка. Это из головы не выйдет больше никогда. 40 было, да? 40? Да, 40. 40 плюс 9. Короче, 150 рублей набрали уже. Охренеть. Даже не 150, а 160, 120, наверное. 160, да, 160 где-то. Не знаю, у меня 140 по 7, я посчитал, не знаю, по 2, 160. Ну, 100, сколько, 108 плюс 40 плюс 10. А, еще было 10? Да, да, только что, внимание, анекдот. Блин. Этот человек вообще, он просто, я не знаю, у него или... он нормально, в общем, нормально. Он мне говорит... Тебя не любит. Нет, просто. Ты смотри просто, чтобы потом как-нибудь это... У меня что началось-то? Сначала он мне начал донатить, а потом меня позвал бухать. Топ-донатер. Нормально тебе, да? Приезжай в Химки, такое, все дела. И там крышечка тоже будет везде. Крышечка. Я уже свихнусь на этих крышечках когда-нибудь. Хотя это отчасти прикольно, я не знаю, может быть я... Бодрит. Может быть я становлюсь кем-то не тем, кем должен быть, но... Что, шизофрения прогрессирует? Да, видимо. Видимо, еще в больших масштабах, наверное, прогрессирует. И это хорошо. Это хорошо! Хорошо! Блин, я никогда не убью этих, сука, наемников, блин. Саня, мне нужна твоя помощь. Давай я тебе дам компьютер, ты будешь играть. И все молчат, главное, сразу. Ладно. Пишут, когда уж Крека видео. Когда, ребята, у него видюха появится, тогда и будет. Я думаю, сразу не одно будет видео, думаю, даже. Не одно. Видео на один подкаст точно, подкаст, потом еще видосы какие-то. Да. Будет народная солянка в 4К, 60 FPS. Не, 8К. В 12К. Не, 8К не умеет ShadowPlay писать. Он там не держит такие разрешения. Максимально, что мне из Shadow, из этих NVIDIA-ских примочек удавалось. 10 рублей. Кстати, о бухаче. Вот, максимально, что у меня выдавалось из него выжимать, да, 4К 60 FPS. Ну, в общем, я так понял, по моим очень продолжительным
экспериментом 4К 60 FPS YouTube длинные ролики не принимает. 4К, да, полноценный, хоть по 2, хоть по 3 часа, сколько угодно лей. И сколько он будет весить, этот 4К ролик в нормальном? Знаешь, если чёрт, ты хочешь... Чёрт, я уже был здесь! И много. О, Господи! По крайней мере, намного меньше, ну не намного, но поменьше, чем когда-то в свое время Фрапс записывал. Ну, просто Фрапс, конечно, просто... Саня, помнишь, как я тебя записывал Фрапсом, какие кусочки у меня были? Помнишь? Ой, ну... Ты еще в бандикаме с битрейтом в 200. Да, я... записывал. Нет, скилл у меня такой 112 тысяч. У меня было 300 тысяч один раз видос. 300 тысяч битрейта. Ой, еще до нас. Опять. Алексей, 100 рублей. Крышечка, 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 астериска, 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 крышечки, крышечки, астериски, вяу. Астериска, 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 мяу. Что-то мне страшно становится, блядь. Сколько я не поднимаю людей. Сань, только цену повышай, тебя так тут инфаркта. Да не, пусть 200 было бы. Менять, нечестно же. Надо как... Все, хватит уже. 500 ставлю, все, и не меняю, да? Сразу. Не, все, 200 у тебя было 150, потом 175, потом 200. Ну да. Я думаю, после 35 часов уже можно хотя бы до 300 повышать. Хватит, а. Нормально, нормально. Не, ну ты представляешь, блядь. Чёрт, я уже, был здесь. Часа, о, Господи. У меня в голове такие цифры не укладываются. Нет, такая, нет, Сань, что там по обсчету-то? Ой, сейчас будет жопа, конечно. Твоему любимому. Сколько уже, 30 с хером, 35? До, или? До часу, до часу. Это сколько, 35, да, всего получается где-то? Сейчас 33 вроде, или 32. 32 уже. 24 это 16, плюс 8, плюс 1, плюс 9. Короче, плюс 9, 24, плюс 9. Я не знаю, как ты считаешь. 33, наверное. Ну вот, я тебе говорю 33, на новый час-то уже насобрали. Ну, это 24 часа же, это 4 часа, 16.00, плюс 8 и плюс 1. Я не знаю, Сань, я уже был здесь. Считаешь, я... О, Господи. Как-то не по-татарски. Вот так вот. Чёрт, я уже был здесь. О, Господи. 33 часа, ребята. 33 часа. Вы уже пожертвовано 2355. Ну это с комиссией посчитает. Там будет 2000 где-то. О, Господи. И плюс 68. Там 2000 будет где-то с комиссией примерно, мне кажется. Да-да-да. Ну, я говорю, ну хотя бы половину жесткого диска ты уже собрал. Да-да, он 4 стоит, да? Ну я посмотрел, даже по 3,5 его можно взять. Я посмотрел по твоему городу, ну там что-то с доставкой из Москвы, с доставкой из... Прикольно, в моем городе с доставкой из Москвы, класс. То есть там, не знаю, как-то все по почте. Посмотрел по Твери. А вдруг в Москве дешевле, там за 3 косаря доставка 200 рублей. А я там посмотрел, кстати, поставил наоборот из твоего города, там нашел цены аж по 3200, по 3300, по 3100. Да ладно, ну. А, блин, стрим же сбросился, блин. Наш... Он очень много разбрасывался, он очень. Он тут, сколько я уже тут сижу, часа три. Ну, да, раза три, за эти часа три он сбросился. Блин, у меня просто проблемы вот эти, я их буду решать. Эта игра, во-первых, вылетает. Если бы она не вылетала вообще, то тогда да. Тогда вообще можно было бы стримить. В следующий раз выбирайте мод вы вместе с Игнатом. Саня, ты и Игнат. Потому что, или кто-нибудь, кто знает стабильный мод, понимаете? Потому что так я выберу какое-нибудь говно, которое нестабильно. Охереть, конечно, крышечки. Давай в Сталкер онлайн в следующий раз, а? Ну, я там облью с ним. Я тут весело. Ну, попробуем. Сань, попробуем. И вот это 880 плюс 175. Чё это такое? Нахера эти цифры? Это на каждый номинал... Да, я вообще донат. Не знаю. 40 рублей. 40 пацаны, это, конечно, весело, но пощадите вы, блин, человека, Кик. Ты думаешь, мне так легко потом будет читать? Ладно, я это в свой блокнот. Знаешь, что этот чел написал? Пацаны, это, конечно, весело, но пощадите вы, человека, Кик. И еще задонатил. Да, и 40 рублей задонатил, главное. Блин, это надо будет посчитать его, он где-то рублей 1000 уже, наверное, задонатил.
Бог 237. Ну, ты потом замучишься считать этот. Да я посчитаю, есть же в Алерте. В Алерте все написано. Ну нет, там. Так ты ж кошели, там, наверное, не проверял. Там каждый отдельно. Да, кстати, может, киви чекнешь там. Ага. Еще там 2000, да? Ага. И что-то. Там еще рублей 500 закинули. На веселую жизнь. На веселый стрим. И тогда Игнат завтра встает, а я тут уже лежу, да? Не, просто я, как всегда делал, у меня всегда... Не, ну с таким донатом твой рекорд Маха побил. Всегда какую-то стабильно какая-то... Час всегда, в общем, одно время у меня стоил. Ну, у меня тоже будет в следующий раз одно время стоить. Ой, всегда одно и то же стоить. Сколько? 200, 300 рублей? 900. 900. Шучу, какие 900? Ты что, с ума сошел? 150. Да не, ну прогрессивная шкала, это, по-моему, наоборот интересно. То есть, чем больше... Не-не-не, киви нормас, все нормас. А то я испугался. Все нормально, да. Все нормально, никто ничего не ложит. Ну я испугался, чуваки, вы же думаете... Сейчас вот люди придут, которые говорили по 700... Лучше подождите следующего стрима, да? Нет, сейчас люди же придут, которые 700 хотели положить. Вот это будет жопа, так я вот поэтому боюсь всего этого. А, да, кстати, чувак-то какой-то был... Про 5С, но он что-то сказал, типа, сначала 1000, потом 700, вообще сказал 50 тысяч белорусских, что равно 160 наших. 160 наших тысяч? Нет. 160 рублей, что ли? Да. Охренеть. Я помню, видел какую-то купюру, по-моему, из Тринидад и Тобаго, там один, или 100 триллиардов долларов было их. Да ладно. Саня, зачем мне столько велесов? Ты знаешь, сколько у меня велесов уже? Я сейчас скажу. 7 дополнительно. И плюс уже сварок сделан. А, уже сделан? Да. Ну, там у рассветовцев квесты выполнять. Ну, у сварсветовцев 2 осталось живых. Все подыхали. У меня осталось только 2 квестовых, которые квестовые и торговец. И все. Ну, ладно. Бери у них квесты. А чувака этого куда отводить надо, который в вагончике сидит? У Санчеса Дейс забанен. Ну, блин, Дейс это, конечно... Я в Дейс поиграл, конечно, это прикольная игра. Сидим вот тут... Что ты говоришь, куда довести надо? Что надо? Довести, что ты говоришь, кого-то. А, у мужика, который в вагончике сидит, его надо куда-то доводить сейчас же будет, я помню. А, связного-то? Ага. Ты КПК поднял? Нет. Это у меня труп... На базу, который. Заходь, там КПК. А где тут трупы? Ты знаешь, сколько у меня трупов на карте? Ты просто не представляешь. Нисколько. Короче, ищи Экзика. У него КПК. Иначе ты на базнайм их не пройдешь. А, ну окей, буду искать Экзика. Если его не спиздили уже. Во скольких модах уже надо пройти на базнайм с КПК и костюмом? В одном? Нет, в душе еще. В чем, в душе? Долин Шороха. А. В душе не это. Конечно. ДШ, ПВМ, ППСК и тому подобное. Кто тут стрелял? Кто тут? А, вот. О, Экзи как раз стреляет, который меня убил. Значит, он живой. Надо в следующий раз, когда будем обсуждать какие-то финансовые моменты, это Саня одеть эту еврейскую кепу. Как раз будет в тему. Ну да. ЛР, СААА, АПК, ПАУ-4, блин. Шавка-еврейка, чуть не сказал. Вместо шапка, шавка-еврейка. Блин, сокращенное название модов, конечно, жесткие у меня. Картиночка, где папка для твоих картиночек там вообще? Ай-яй-яй-яй! Чё, ты еще задонатил? Не-не, ага, 30 тысяч сразу. Тут предложение это написали в чате, что если бы Андрей все свои деньги скинул тебе сразу. Ага. Я говорю, я могу сейчас тебе, Андрею, 6 тысяч закинуть. И знаете, что я могу вам сказать, чуваки? Опять неуязвимый моб. Вот смотрите, я сейчас показываю вам интересный секрет. А подхожу к мобу сзади, прям в упор к нему подойду. О, здорово, мужик, здорово. А ты веришь, что он умрет? Ты веришь, главное. И он умер. И он умер. Не, правда, он реально умер. А чё он белый такой? Сколько осталось стримить? Вот осталось. Набирайте знак «Осталось». Там пишется. А мобот это какая-то твичевская фича или... Да-да-да, это установка.
установка. А прогу нужно качать, да? Ну не прогу, там же... Не прогу, там подписаться на нее надо, потом зайти на Twitch Movot, там, прописать его в чат. И... Ну понял, понял, ладно, не будем поднимать эту тему. Я пойду пока покукурю, кукурю. Пыхнуть надо. Хардвар мод. Хардвар мод. Вы нафиг хардвар мод. Жена. Ну, что говорить? Ну, я не знаю. А действительно, опять на паузу не нажал. Сейчас какой-нибудь хрен придет и жопа Саня. Впрочем, перезагрузиться это дело десятое. Сейчас придет какой-нибудь чувак. А вы? Сука. А я сразу, я тебе, наверное, сразу Малькова закину. Вообще ж Крэк ушел, зритель... Я сразу Сани скину. Крэк ушел, зрителей столько же. Надо сразу писать в объявлениях в группе про стримы, что возможно у нас будет Крэк. Так что возможно он уже был. Ну да. Тут... Чё за ерунда, а? В смысле? Чё это такое? О чём ты говоришь? Да мимосик какой-то. Вообще. Ни о чём. Не, ребята, Саша не на энергетиках сидит. Он, когда отходит от компьютера, он... Спайс употребляет. И спайс употребляет каждую секунду, да. Героин, спайс, да. Как Игнат 37. Ну, вот такой буду, такой. Буду сидеть так. Не, у меня даже есть доказательства. Ну, конечно. А, Игнат? Да. Ну, Игната? Да. И что? А, который ты должен был ударить? У меня прога слетела. Как, блин, в общем, можешь реально вебку настроишь как-то, блин, реально, а то у тебя прям все лицо все темное. Темное лицо, подожди, я настрою вебку. Есть какой-то... Освещенный? Настрой, может, в OBS настроишь там настройки вебки. Сейчас там попробуем, будем тестить. Сейчас буду какой-нибудь серо-бурмалиновый, ну ничего. Вебка горячая аж просто... Вебка горячая. Ну, тепленькая. Хера себе. Тепленькая. А, хромакей использовать. Я могу использовать хромакей, но у меня хромакея нет. О, я теперь такой пушистый стал. Пушистый. Такой этот. Да хромакей, это ж простейшая вещь. Да я знаю. Да это понятно. Аудиоустройство это все, конечно, хорошо. Слушай, она у тебя как-то, получается, смотрит снизу вверх всегда. Вот сейчас я четкость поставил. Устранение через того, через что-то. Хромакей, это понятно. Ну, в общем, посветлее ее сделать. Могу гамму увеличить, да. Вот чуть-чуть гамму, может, наверное, подувеличить, чтобы был. Сейчас буду белый просто, небось, как Дед Мороз. Вот если будешь белым, то когда будет игра, значит будешь немного посветлее. О, я прям как будто Иисус. Я спустился с небес, у меня все белое в вебке просто. Ну там можно поиграться, покрутиться, посмотреть, что к чему. Ладно, 1.50 может поставить. Ну, вот это получше. Теперь такой фильтр видно, что белый фильтр видно. Сейчас вот я зайду в игру, посмотри, как изменится. Будет нормально в игре видно? То есть именно в игре. То есть так-то это видно все равно будет хорошо. Да нет, вот то, что сейчас поставил, как-то прям слишком бледно. Там именно цветокоррекцию нужно поставить, чтобы она... Цветокоррекцию поставить, да? Хорошо, попробуем. Просто ну, у меня не такая топовая вебка, как ты думаешь. Да нет, у тебя как раз-таки неплохая вебка. А что за вебка-то? Какой разрешение? Что такое, что такое Valve Out оборот? Что это значит? Что? Использовать Valve Out оборот. А, я другой стороной вебкой стал, ну, ясно. Да.
А разрешение какое у вебки? 1000 Full HD, да. Хорошая. Ну, она раньше стоила 4000, сейчас тоже лучше есть, конечно. Ну, и сейчас и она дороже стоит. Но он у меня древняя, доисторическая вебка есть, да, она даже HD. Что записывает. Такое предпочтительный ввод? Какие-то тут MGP, RGB24. Не знаю, это что-то с цветами связано. Буферизацию можно слушай, поставить. А есть настройка именно в вебке, вот именно в какой-то логитеческой этой самой? Конечно, есть, только надо в логитеческую эту самую зайти. Слушай, у тебя, походу, автоматическая стоит, она автоматически у тебя на шторы, вон то, что на светлое пятно. Зум ты имеешь в виду? Ты сейчас, подожди, вот так сделай. Нет, а именно цветокоррекция она у тебя на него... Так вообще темно получится? Или наоборот лучше? Не, наоборот сделай, чтобы посветлее было. Ну-ка. Ну сейчас даже лучше будет, потому что со света не будет, наверное. Так даже лучше будет, хотя... Он поменьше света будет, он на более темные участки будет фокусироваться. Сейчас мне нужно просто тогда в вебку зайти. Блин, это все настройка. Настройку надо было заранее, блин, делать. Сейчас найду настройки. Сейчас вебки настроить. Во-во, я могу вот свойства автофокусировка. Выключить, могу следовать за лицом поставить, если надо. Нет, я видел следование за лицом, это такой бред. Ну я сейчас поставлю, посмотрю. А, она не будет работать, она работает только в 360 вроде. Ring sound могу убрать. Это как раз она не будет сама фокусироваться, она все подряд. Не-не-не, фокус, именно автофокус, четкость картинки, это хорошо. А именно автонастройки вот яркости, вот, ну я не знаю, везде. Сейчас попробуем вот так вот, что изменится. Сейчас я поставил другие настройки, посмотрим, что изменится. Вот сейчас яркость, она автоматически равно настраивается, да? Не знаю, попробуй, посмотри. Тут автофокус, то есть есть автонастройка этого. Зеркальная ориентация изображения, зеркальная. А, я буду с другой стороны, ясно. Нормальная. Баланс белого авто. Вот это вот, убрать. Баланс белого, да, вот это оно так называется. Поставь его. Убрать его авто, да, наверное? Ну, авто, наверное, да, убрать. Вот. Баланс белого это называется. Я сейчас вообще желтый был. Ох, ни хрена себе. Ну покрути. Так, ага, это тебя зеркалило. Вот у меня есть доказать, как шпинат досидел 37 часов. Под спидами? И меня. Ага, Лимый Спайс. Ой, Сань, блядь. Эй, тебя ни в чём не виноват. Кикните его нахер. Я сразу забомбило, да? О, сейчас предотвращение мерцания еще поставлю 60 герцную. Да что ты заморачиваешься, господи, нормально тебя видно. Да, нет, я просто... Нет, я смотрел, сколько все видел, прям вот темное лицо. Знаешь, что норм? Да это ему нет, еще надо, чтобы 4К было. Что за нос, какой 4К? Усиление еще какое-то ставится. Что за усиление, куда оно ставится? Без понятия. Яркость, контраст. Ну это потом, я тебе говорю, тут у тебя в основном что нужно было поднастроить, это баланс белого, чтобы у тебя лицо просто черное было. Ой, господи, блин. Были бы у Сани сиськи 5 размера, я понимаю, бы 10-го, там сразу. Сразу 10-го, чтобы висели до пола. А мужик за мной пойдет вообще? Я ему сказал, типа, иди, чувак, сюда. Он сидит и тут по стволом размахивает, как идиот. А и тебе надо идти, он, наверное, сам за тобой пойдет. Идти, он не идет за мной. Тащить его как бы. А куда его тащить? Ну, к Яневу. К Яневу? Черт, я уже был здесь! О, господи! Время тянет пистолет. Тянул время. Ну да, потянул время. Тянул резину. Как это в футболе, да, типа, затягивать время. Желтая карточка. Симулируешь. Нога, мне плохо. Да. Боже мой, что ты несешь, а?
Я тоже хуйню несу, Саня, бывает. Это из Шарашкина. Я бывает тоже несу херню полнейшую. Ну, все это несут заразно. Херню полнейшую бывает. Если смотреть стримы, то все этим заболеют. Ой. Особенно всякие Юзи, там вообще херня заразная очень. Ну, сейчас у Юзи нормальные стримы, по крайней мере. Вроде он хуйня не занимается. Что-то я видел, он там Хромакей в прямом эфире что-то как бы зашел, он там долбил палку какую-то молотком. Долбил. Это все в прямом эфире. Долбил палку, это звучит очень. Это молотком. Это распадно звучит, да. Да-да-да, долбил палку. Хорошо, хоть не долбил просто вообще, а то долбил бы, если бы он... Долбил подписчиков. Да, долбил. Билдал. И заметьте, Андрюха ушел, так донаты кончились. Ничего, давайте на 300 символов закиньте еще сорокез. Крышечек там. Ян... Этих самых... Астерик, я понял, о чем ты говоришь. Как-то там оська какая-то. Звездочка, как они называются. Кого звездочки? Ну там в донате когда пишешь на 300 сообщений. Они там не звездочки, а какие-то, астериксы какие-то. Остеринка, остеринка какая-то там, вот такая что-то такое. Ой, господи. Блин, сижу тут сколько? 2 часа, блин, такое чувство, что я уже сам там 24 стримлю. Да уже... не, а я наоборот тут уже успел просидеть 3.5 часа, я такой, как-то слишком быстро они пролетели. А я тоже как-то уже, знаешь... Истерист какой-то. Я могу сказать, знаешь, что... у меня, кстати, даже перехотелось спать, дай бог, чтобы это так и было, потому что... В магазин пока не собираешься. Не собираюсь. Он закроется, наверное, пока, когда я соберусь. Надо будет заранее. Скоро кушать захочет, перехочется, точнее. Персональный маяк? Маяк. То есть ты берешь такой, нажимаешь, и маяк появляется сразу, освещая всю эту территорию. Ясно все. Опять не сучушь. Бывает. Где вот апгрейднуть на 2 дополнительных слота? Так печально бегать с 2 артефактами, это такой бред. А надо... что за костям? А, у Яра, у дядьки Яра тебе ж писали. Ну, блин, понятно, но мне нужно так... О, Донка. И Донка у нас... На 40 рублей. На 10. Я все еще тут, блядь. Мне кажется, ты вообще все время на этом стриме. То есть ты даже никогда не включался. Это потому что ты постоянно донатишь, то есть значит, ты вообще всегда здесь. Ты всегда здесь. Бог задонатил. Да-да, ну он, конечно же, везде здесь. Что говорить? Ну это, конечно, чувак, тебе респектос. А где мужик-то мой? Он где-то внизу ходит. Пикалетом ходит. В конечном итоге, Сань, тебя бог просто купит, будешь для него персонально стримить. За 300 тысяч каких-нибудь, да, там и сразу. Все. Какие 300 тысяч, говорит? Не, ну, что там, кусок это в часик. Нормально. Такая божеская цена. Неплохая такая это, работа, я бы не отказался так. Да я думаю, многие бы не отказались. Сидишь, играешь, еще папки платят. Сейчас я не доведу инструктора, фу, блядь, какого инструктора? Не доведу этого чувака, потому что тут появилась соска, которая чего-то хочет. Ой, да ладно, наконец-то тоса улетела, а то, блин, это какая-то огроменная, даже, блин. Это может как быть... это фраза из... О, я сейчас сделал круг любви, наверное. Сделал круг до любви. До неё дошло, как надо вылетать. Я, короче, помню, когда мы ехали на отдых, ездили на отдых, там, короче, на озеро приехали, а там, короче, оказывается, 10 осиных гнезд где-то было, и где-то 300 ос летало в воздухе. Думаю, ну, пи***. О, донат-то громкий какой-то. 40 рублей и звездочки. Крышечка, опять крышечки. Крышечка.
Скоро под эту музыку биты можно делать уже. Особенно на стримах, где 1000 по 5 человек смотрят, и там донат дешевый. Я вчера вот прям так хотел 50 рублей закинуть на один стрим. А знаешь, что сделали бы просто? У тебя бы ничего не получилось. Там бы просто так же чувак себе написал бы сообщение, и оно бы сбилось, и все. Какое-то любое сообщение. Не будет 2 сообщения проигрываться, будет 1 только. Или нижняя подчёркивание. Блин, как это? Кто вообще это придумал? Кто это попробовал в говорилке? Кто это на стримах начал использовать? Кто это? Как это сначала вроде где-то то ли в донат-алертах, то ли еще где-то появилось. Кто этот человек? Сумасшедший человек. Мужик, А потом просто нашли вот такую багаюсту, что можно вот так эту хрень обузить. И начали, собственно говоря, использовать. Куда мне этого пацана надо отвезти? Прям к двери, что ли, Саня? Нет, он там за вагончиком будет. Около него. Около Янова есть вагон. Он прям такой любитель вагончиков. Вагончиков. Прям как ты, да? Нет, я вагонов, а не вагон. У меня так сейчас... Сразу поезда и вагоны, да? Поезда. Ну блин, чё он не заходит в вагончик? А он в боевой тревоге типа или что? Боевая тревога. Сирену еще включать. Надо будет называть на звук этого доната поставить сирену. Чтобы, знаешь, такой играешь какой-нибудь хоррор. Там как хуяк сирена заиграла и все. Сразу у тебя будет кирпич дополнительный. Ну чё ты не... О, донат опять. 10 рублей. Вы, парни, посмотрите, что там. Можно оффать алерты, если что. Кстати, хоррор — это хорошая идея. Я вот думал завтра Star Citizen постримить. Наверное, я еще раз Outlast перепройду. Ты сумасшедший? Это нужно с веб-камерой. Это все очень любят такое дело с вебками. Я пытался, помнишь, я начинал тоже с вебкой стримить? Хотел не стримить, а записывать этот... Ну не стрим-то, я тебе говорю, вспоминаю еще в 12-м что-то хотел такое. Ты как-то геморрой, в Вегасе, не в Вегасе. Не-не-не, я хотел в Край Эфир. Ну Край Эфир... Нет, делать это все ты хотел что-то. А, в Вегасе, да. О, еще донат. Вебка совсем кончена. О, какие-то звездочки непонятные, которые не работают. Крышечка, собака, 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 крышечка, собака
Собака, крышечка, 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 собака
нет. Крышечка-собака, ну, крысочка-собака. Да. Крысочка-собака, блин, какая-то была. Открой секрет, это был я. Крышечка-собака, крышечка-собака. Кто был я? Ты... Вот она тут. У тебя деньги появились. Так, Саня, что... Я рисовал, а где эти бляшки сталкеры берут эти болты? Вот да. Кстати, в Солянке же было какое-то ограничение. В DMX было ограничение. В каком-то, и то не в последнем. Блин, вот реально сделали бы ограничение, было бы круто. Очень круто. То есть, чтобы болты надо было покупать, потому что это бред нужно, какой-то. Я говорю, это нужно все нормально как-то обыгрывать. Они... Это надо в НЛС какой-нибудь вставлять, где там спички для сохранения, там болты, наверное, конечные должны. Сейчас мужику на голову запрыгну. А, не, у него голова прозрачная. Так, Саня, что мне делать? Тебе уже Ты что-то там, какие квесты выполнил, чё? Я не знаю, что. Я тоже ты ничего. Ты у рассвета иди повыполни. Рассвета? Что? Потребовать долю у сыча. Опять туда возвращаться, да сколько можно-то? Привет, брат! Крышечка-собака. А что, крышечка-сука? Ты КПК главное поднял? Нет. А, да, поднял. Крышечка-кошка. Поднял, конечно. Еще 11 часов стримит, Сань. Это нормально. Это нормально. Это ничего. Да. Че? Это ничего, скоро сутки стрима будет. Ну, это ж хорошо. Я тебя не превью сегодня, скорее всего, а? О, опять донат.
Я не смогу смотреть. Но поезда, 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 поезда. 40 рублей точно есть. Поезда, 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 поезда. Поезда, нижние подчеркивание. Ой, тут ад просто будет. Подчеркивание. Крышечка, 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 нижние подчеркивание. Крышечка, 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 крышечка. Сколько там посмотрите? Стериска, 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 стериска. Надоело. Надоело. 40. В конце надоело. 40. 40 тоже. Крышечка, 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 лол. Надоело. Как, наверное, после окончания стрима будет классно. Сразу ляжешь на кровати, моментально выключишься. Просто так, оп, режим выключения, да, то есть... Голова еще подушки, наверное, не достигнет. Что значит в очереди на выплату? Это как понимать? Кто в очереди? Это так и есть. Ну, в общем, еще не выплатились они тебе. А, 140 рублей? Сейчас приду. Уже пожертвовано 2555 плюс 48. Так что, если кто-то хочет, чтобы Санчес стримил до... Чтобы побил твой рекорд. Короче, закиньте еще 150 рублей, будет еще один час. Если кто-то хочет, чтобы Саня сдох, то просто закидывайте бабло. Вот так будет точнее. Я говорю, это прям чешется. Я могу Дрюсову закинуть сколько там, 6 тысяч, это сколько? Плюс 30 часов сразу будет. По нынешнему. Главное, хоть не по 55 тариф. Не, ну на самом деле, если бы были какие-то, не знаю, там... правила, ну, грубо говоря, если стримеры не выполняют свое обещание, то ему эти бабки не идут. Вот это было бы куда интереснее, я бы скажу. А то, знаешь, там, ну, тебе там накидают на 50 лет стриминга, а стример там отвалится. Ну, не на 50, а там на 100-100. Не, ну, обычно, если такое бывает, то, что просто берут, уходят спать и стримят, как они спят. Это уже было такое пару раз. Да. Смотрите там стрим, вдруг еще будет донат, пока он ушел. Как-то я... Он ушел 100 рублей с донатом. Какой Андрей, о чем вы говорите? Нет, ребята, это просто Саша собираем. Саша себе на жесткий диск у него нынешний работает очень плохо. Да он 200 гигабайт у него. Андрей на своих стримах собирает себе. Тут будет исключение. Стрим завтра, наверное. Третий. Ну да. 105 человек смотрит, даже без шкрека, спокойно. Стрим — классная платформа. Стрим, да. Треч. Ну да, Санчес — классная платформа для стримина. Санчес.тв, да? Да. Давай 6к. Не, ребят, это Андрей на видяху. 6к. Я тут, я вот думал, вот что подумал, надо поставить на говорилку 50 рублей, чтобы ровно было, чтобы читать меньше пришлось. Ну, 10 рублей мало что решит, конечно. Просто... 55 копеек. Не, 50 ровно, зачем там всякие. Просто чтобы как раз, если пришло 4, то все. Поставь уже. Поставь это, 14 рублей. Ага. И лучше так... Я бы сразу задонатил бы. Ну да. Я похерел тут от этих крышечек, я бы тут коня отбросил, мне спасибо не надо. О, у меня стырили лут. Ха-ха, нормально. Лут? Да. А, это еще по ZP-шному вроде. В каком расте, Саша, что? Ты что? Ты представляешь, он по-твоему еще и в раст параллельно играет? Он просто переиграл. Это куряга. Он просто это самое, переиграл в этот самый. А... Ты в GTA переиграл. Я переиграл. Ну, Мэдисон же сделал челлендж на 10 миллионов. Он сделал, но ему не дали. Чё? Это как понимать? Он сделал, но ему не дали. Это что за... Там, в общем, я говорю, там вся херня в том... Я знаю, я тебе сам скажу. Давай ты ничего не будешь говорить, я тебе скажу, что в чём-то вся херня. Там должны быть все участники, которые участвовали ранее, они должны участвовать другой. А там вся херня... Вот, там донат. 10 рублей. Ваши. Ладно, парни, удачи. Пойду в дотку скатаю. Удачи тебе в дотке, чувак. Спасибо за донаты. Давай, повышай себе ММРы. Я думаю, у него там 1006 уже. Так, ладно. Чё хотел сказать тебе вообще? Я не про
про это, а, про... Да, про GTA-шку. Я помню, просто смотрел Шуса, когда он первый, ну, только GTA вышла на ПК, они там тоже фигачили, фигачили, и там только Шус не получил, все остальные получили этот. Ну, что ты топчешься? Если есть что, выкладывай, нет, проваливай. Давай, давай, не задерживайся. Алло. Что? 10 лямов они не получили или что? А, нет, все получили, кроме Мэдисона. Ой, кроме Шуса. Не-не-не, там тоже, когда они выполнили, они выполнили, то есть там... те вчетвером, которые они играли, там двое получили по 10 лямов, а двое не получили, там Мэтт и еще кто-то. Вот такая вот. А где Султан находится, я не помню, кто такой Султан вообще? А, Султан, ты что? Султан, ты реально выцепил, ты гнул, теперь на том, запомни, как пацан, фуфло, впаривай. Ну что, ты охрененно что ли, а? У тебя точно что-то с дикцией, тебе... Ё-моё, я забыл. А у тебя что-то с видосами на канале. И что? Так с дикцией у меня все. Дикция для меня важнее, чем что-либо. Чем подписчики. Чем что-либо. Это тебе, лишь бы, я не знаю, и какой-нибудь заниматься. Фига себе, я не знал, что это задание настолько многострочное, типа... Про компас всякие, там, украсть для бандита компас, пиздить уной компас и так далее. Надо поспать. А ученых ты там все выполнил? Ну, почти, кроме детекторов. Я их могу уже взять, но я не дошел еще до туда. Еще улучшение же детекторов будет. Ты куда уж улучшение-то? Ну, и улучшать что... их можно. И что он будет делать? На 100 километрах? Радиус больше и... Вот у Омеги, если здесь просто Омегу находишь, она на карте показывает, и на метке написано артефакт. А когда уже ты ее проапгрейдишь, там еще будет написано какой. Какой? Там будет написано какой артефакт. То есть просто не будет написано и реально имя артефакта, будет написано какой артефакт. Какой? Какие-то сборища даунов подумают люди, блядь, что они творят тут вообще. Нет, самолет на... Самолет? Что самолет? Ты тайники этого. Самолета? Нет. Тайники этого. Стрелка. Нашел? Ха. Нет, я читаю капсы. О, я читаю. Ты хреново читает по слогам с ошибками. Нет, чувак, я с тобой поспорю. Раньше. Да, давай рэп-баттл, рэп-баттл, все, давай, рэп-баттл. Да нет, просто раньше... Я шучу, какой рэп-баттл, ты что, я вообще ненавижу. В школьные годы даже какие-то конкурсы выигрывал. А я в школьные годы очень хорошо умел запоминать стихи и просто почти за одно прочтение книжки мог запомнить все что угодно. Но сейчас уже нет. Ну, у меня как раз наоборот долго вот такая быстрая, в общем, память... Я так посмотрел, поглядел, вроде не такая уж и плохая. Вот какая-то вот такая мелкая, как она, не долгосрочная. Ну я понял, в чем ты клонишь. Моментальная память, она очень фиговая. Я все равно, конечно, не запомню «Войну и мир» полностью. Ты же с ума сойдешь. Ну, вот именно как раз, в общем, стихи такие, в общем, у меня всегда очень проблемы были с этим. Представляешь, интересно «Войну и мир» наизусть знать? Это сколько надо же это больным быть, а? Наизусть. Ну вон на это. Полном ты еле прочитал. Это к Малькову нужно обращаться сам по этому поводу. Он у нас такой. Сейчас меня Ной как ваншотнет. Больной ублюдок. Не, ну блин, для того, чтобы мне по нему. Прикольный импульс стоит у Ноя на дробовике. Я должен был во время прочтения писать закладки на каждую страницу, что там происходило. Проваливай! Иначе. Что запоешь? Лол? Я у него два компаса взял сразу. Ты кстати, знаешь, в чем прикол? Можно убить собаку Ноя, отбежать от него. И что? И он тебе будет нейтралом. Он мне сейчас... Потому что он вообще какой-то склеротик. Можно по нему пальнуть даже. Убежать от него, он тебе потом снова нейтралом становится. Наркоман. Ну да. Он мне два компаса дал. Кстати, можешь поставить уже 34 часа. Проваливай! Слушай, ты у Шустро брал квесты?
Я у Шустера вообще не заходил, я думал, что у него нет квестов, я вообще не знал, что есть. Есть же в СГЭ. Да, на трофейное вот это дерьмо искать. Ну а что, надо же выполнять, там, даст что-то. У него, ну, может, это трофейное дерьмо, но даст. Я по-хорошему бы взял бы сейчас, упоролся по квесту, ой, господи, по квесту, по сюжетке Зоо Припяти, да и под конец стрима бы все-таки прошел. Но это все равно же мне придется дальше проходить, какая разница-то? Ну, допустим, если более, я пришью, а если я с ножа пришью? Не можешь взять. А если я с ножа, я собаку пришью? Я говорю, там в чем прикол? Убить собаку можно. Я не буду сохраняться, я сейчас убегу подальше, допустим. Когда подальше. Он из-за лайва уйдет, из-за лайва он уйдет, когда? Когда он из-за лайва уйдет, из зоны лайва, тогда можно будет, наверное, к нему обратно подойти. Но я думаю, до кранов добежать нормально будет? Или нет? Ну, где мужик застреливается? Ну, в общем, ну, да, еще подальше можно немного убежать. Мне бы комп посадить, жалко, такая, что его такая, не могу. Такая фишка вроде работает. Блин, нахрена только это надо, непонятно, ну ладно. Ну, типа он какой-то вообще отбитый чувак просто. Ну, за него в Мадейрисе приходится играть, за него в Мадейрисе приходится играть. Антишнам жив? Черт, я уже был здесь! Не о, знаю, господи. Не слышно его. Мне показалось, что сейчас сказал, черт, я уже был здесь, о господи, именно антишнап сказал, думаю, нифига себе, здрасте. Нифига себе, здрасте, на. Антишвеб. Ха-ха-ха, какая шутка. А кто-нибудь тром пробовал настоящий? Ой, я много чего пробовал всякого. Ну, ром нормальная тема, на самом деле. Настоящий, в смысле, не какое-нибудь говно из магазина за 100 рублей, а? Я эту, как, чачу пробовал. Меня убило, так что я не проверю, нормально он стал или нет. Меня просто убило дверью, моментально я улетел в километр. Ну, не улетел, но я мог бы улететь. Сейчас посмотрю. Да не, я много чего пробовал. А пацанчик пробовал? Не слишком большой градус. Но пробовал. Ну, я уже не пьют так. Если ты будешь пить абсент просто так, ты сдохнешь моментально, нет? Ну, не моментально, но тебе хреново будет. Его пьют, поджигают, и потом это, когда испаряется, пьют, понимаешь? Это нереально его так пить, ты чё? Самбуку также. Замерзайку пробовал? Нет, ребят, нет. Так не колхозил. Так, я взял два компаса, один компас я себе надбал. Блин, где минус 4 радиации сделать? Как и минус 4 радиации сделать? Компас вообще топ артефакт. Населектить его. Ищи этот, рыбку в карьере. Ой, эту рыбку, пузырь там. Рыбку в карьере. Золотую, видимо. Не, пузырь. Пузырь с водкой, еще... типа? Нет, арты еще посмотри. Да я понял, я понял. Я же специально говорю, ну ты что, Садин? Когти посмотри и в земснаряде, там может быть рыбка. Пузырь водяры, да? Да, пузырь водяры. У меня во всей игре выкинуто столько вещей, поэтому, наверное, и лагает. Столько вещей выкинуто всяких ненужных мне. Не могу же их продать всем, понимаешь? Поэтому приходится всякие яйца выбрасывать от куриц и так далее. А ты два компаса попросил? Да. А зачем я два компаса просил? А не знаю. Что-то на тебя начнет потом как-то агриться вроде. Хотя все равно он же скрирует. Он и так начался агриться. Он говорит, уходи, блядь! Ну не так, конечно, но почти. Надо твою озвучку поменять его. Ну да. Уходи, блядь, отсюда, да? Что-нибудь подобное. Или как в старые фильмы, знаешь, типа... Блин, как я устаю быстро, сколько у меня килограмм? 70 из 80, ясно. За артами можешь проскакать, может там что новенькое, крутое. У меня нет батареек для детектора, понимаешь? А, ты хабары, посмотри, ты все собрал? Ты чё? Ты имеешь в виду вообще все СГМ-тайники? Я же не упоротый, чтобы все СГМ-тайники смочь собрать. Не, ну которые у тебя на карте отмечены, ты все собрал? А кому мне компас отдавать? Бороде или Султану? И что, надо быть А у меня же два компаса. Я могу и тому, и тому отдать. Нет. А да, там же засчитается задание. А кому лучше отдавать, интересно? Надо Бродель. Быть пацанчиком, надо отдать Султану. Допустим, я отдам, он даст мне 10 тысяч долларов. 10 тысяч? А я этому отдам еще, и этому отдал. Мне тоже 10 тысяч дал. Так что нормально. У меня нет компасов вообще, зато у меня есть 10 тысяч долларов. 20 тысяч долларов.
Об-2 стримить. Господи, че за мода пошла об-2 стримить, а? Об 6 тогда вот. Об 2.1 я буду стримить, чуваки. Я буду пробовать стримить. А че, оно там реально уже готовится? Это ну, он только... Знаешь, когда он выйдет, блин? Так нет, уже прям объявлено то, что он будет, да, он зарабатывает. Да. Уже я буду объявлено? Его... Ну, точно, я тебе говорю. Он, я буду его стримить обязательно. Я буду проходить его, буду пытаться страдать там. Ну, просто страдать. Там не будет тайников. Солянку надо, блядь, до ума доводить. Вроде нормально, а вроде... Ну, ненормально. Ну, что нормально? Что ты там нормального нашел? Ничего там нормального нет, ни хрена. Нормально, ненормально, но... Не, ну я говорю, я когда в ООП играл, по приколу, мне нравилось. ОП-228. ОП-226? Черт, я уже был здесь! У меня 8 уже Велесов. Зачем мне 8 Велесов, а? Ребята, гов.дот.очку и КС-очку. Блин, я пошел... Блин, по-хорошему-то я сегодня с Глебом хотел это самое... Пойти... По плохому, мне еще и мазучку нужно сделать, которую я, блин, так и не сделал. А по-жесткому? По-жесткому? По-жесткому у меня не должно быть на стриме, я вообще должен был кататься на велике. А по-хардкору? Это по-хардкору тебя, блин... Тащи нахер иди. Хардкор. С этой конфы. Хардкор. А у чуваков по 2000 появилось денег, нормально. Нет, все равно деньги можешь заработать, только нужно куча артефактов найти, чтобы их заработать, но... Сделай ходку. Я сделал, у меня и так до хрена. Кевларовую пластину пока делать не буду. Сколько пятая дает? 25, да, дает пятая? Ну, пятую не найдешь просто так, конечно. Ну, типа пятого уровня. Пятой степени, что-то. Да, пятой степени, правильно. А, Келарова, да, 25. Будет потом арт монолит еще, он тоже там 10 дает. Нафиг это Келарова. Так, мне теперь вертолет, наверное, нужно через Ноя. А, через. А я смогу без Ноя прыгнуть в эту хуйню? Да. Короче. ЗП. А, да. То есть не надо даже диалог с ним говорить, просто могу прыгнуть, ну, в эту херню и вперед. Да, конечно. Это же ЗП, тут все можно делать без ведома. Чуваки, я в ЗП не так много играю. У меня хоть и больше всего модов на ЗП начато, но я не так много в него играю. Было. МДРС, я не знаю, как, блин, я буду проходить. Я хочу. Да там вроде, я не знаю сколько. Ты же его вроде прошел. Ты что, с ума сошел, что ли? Я знаешь, что хочу сделать? Потом его хочу на стриме допройти просто, в одну часть на Ютубе, чтобы просто допройти и все, и забыть про него. А, да, господи, эти... обелиски дедспейсовые собирать, что ли? Да. Дедспейсовые обелиски. Антишнап слился, да? Ой, или он ушел куда-то? Слился. Все, слился. Бастет. Потрачено. Так. Ну да, на сгоревший хутор мне, на сгоревший. Он слился, шнап. Вылился. Сейчас яги напьюсь в игре, вот так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Теперь я просто. Что это вообще за напиток? Дикий напиток, ну да. Он еще минус 3 токсин выводит, ни хрена себе. Наши наоборот токсины вводят, мне кажется. Они выводят, блин. Наши энергетики, мне кажется, еще хуже, чем что-либо вообще. Блин, хочу. Советская разработка, наверное. Хочу, блин, компас себе одеть, потому что 10 выносливости это очень круто. Поищи золотую рыбу. С чем? Без батареек? А, без батареек. А может, мизери поиграть попробуешь? Поиграю. Только мне нормальный у меня ее не получается установить. У меня что-то беда какая-то с этой мизери. Сколько я его не ставил, у меня всегда не ставится. Я потом попробую, конечно. Но, блин, не факт, что мне получится. В общем, я что хочу? Вот у меня была типа моя сборка. В общем, я посмотрел стволы, и правда, они прям приятно очень выглядят. Можно на 2.0 Genesis накатить стволы? Не знаю, не думаю. Может быть, только на 2.2, скорее всего, если честно. Да нет, по идее, можно. Просто я посмотрел, они вот прям выглядят, да, они прям приятно выглядят. Чем тебе накатывать? Просто так, Сань. Ты же пилить видос не будешь. Да.
Ну, вроде как раз люди пока поуспокоились с донатами, теперь хотя бы можно нормально передохнуть. 2-0 можно, там да ничего угодно на него можно. А? Нет, я не понял, я говорю, люди успокоились с донатами, можно передохнуть теперь чуть-чуть хотя бы. Ну... Надолго, наверное. Сань, никогда. Все, успокойся, все, там... Дебилизация. Дебилизация? Дебилизация. Да не, уже же сообщили, что продолжает. Уже доползает до них дебилизация. Да? Не, там если что, его у него стырит, сделают за него. За него сделают дебилизацию. Нет, он уйдет на дебилизацию, а... И все. И 3-0 никогда не выйдет. Мне вот интересно, я играю в этот мод почти, не знаю сколько, 20 с хером часов, да? И ни разу не было выброса, у меня 8 таблеток от выброса, нахрена я их с собой ношу? У тебя реально ни разу выброс? Нет, yeah, 6 точнее таблеток, ну вот эти, которые... А ты в настройках, наверное, может, его отключил? Может быть, может быть, я в настройках его отключил. Или я подорвался на мини только что, еще. Еще приду. Когда мне в армию? Слава богу, еще не скоро. Очень и очень скоро. Что за сложные приколы? И вправду. Бляха, муха, столько всего хотел опять сделать, опять 4 часа уже сижу на стриме. Как они успели пройти, хер их знает. Мне 14, да, мне 14 лет. Не знаю, как ты узнал, да. Барбара Стрейзен, не поверишь, но... сложный прикол, да, конечно. Вас посетил полиция сложных приколов. На этот раз без репостов. Сдавайтесь, мля, или соточку. Давайте соточку, Сань, на стриме. Эх, сейчас бы Сталкер 2 поиграть, да? Такая тема уже отбитая. Если честно быть. Тут. Так. Охренеть, сколько дропов. 1.5% было дропов. В смысле, дропов чего? Ну, дропов кадров. А-а-а, хреново, кстати. Если дропы кадров, это уже... У тебя проблемы с интернетом. Проблемисы. Не, просто... когда я только свернул дропы с кадров, вы прокатились. Было чё, красная сначала эта штука, потом зеленая, потом опять красная. Поэтому так получилось. Я когда все сворачиваю, когда вот, поэтому у меня, наверное, баги и есть. Когда сворачиваю, получается какая-то задница. Блин, мне не туда бежать. Проблемисы, проблемисы. Так, мне надо человеку будет написать. Ладно, баянчики в группу попозже. Интересно, надо хоть с чуваки, сори, я на секундочку зайду в группу в ВК посмотреть, хотя бы что там происходит. А то там не был уже 2 дня. Ну или один с половинкой. Даже не один еще, даже не один день. Ну ты, не, я смотрел, ты последний раз был вчера, в общем, сутки назад ты был в ВК. Когда я тебе писал, скидывал хард. Та-та-ра-та-та-та-та. Только теперь надо поменять, Саня, да не 0-0, а до часа уже теперь вроде, или до скольки? Не знаю, в общем, 34, а, да, ты поставил 34. До часа, значит, надо изменить шапки. Смотри, это у нас получается до двух ночи, Сань, тебе сидеть. Ну, я понимаю.
Вообще не факт. Еще можешь закинуть бабок. Не уверен уже, на самом деле. Главное, чтобы не закинули много, то есть. Мало того. Да, мне это наоборот, главное, чтобы много закинули, чтобы сразу на хард хватило. Не, ну это, конечно, хорошо на хард, но я тут угорю просто немножечко. Ну ты сейчас себя нормально чувствуешь? Да? Ну вот. Вполне неплохо чувствую себя. Давайте побьем рекорд, сами знаете кого. Ага. Виджелинка? Хотя бы того, кто сидит на конфе. Виджелинка, мы никто из нас не побьет рекорд Виджелинка. Никогда. Хоть СВГшный побей. 75 часов, это ж, блин, бред. Да не, его там что-то у него вырубилось, что-то на 70 с чем-то. Не, ну он просто спал еще там 6 часов где-то. То ли он уснул, то ли там вообще. Не, ну еще до этого спал там, он между какими-то днями спал 6 часов еще. А стрим был включен. То есть, если я ставлю стрим включенным, допустим, на 10 дней. Я 10 дней стримил, что? Ну, включен был стрим 10 дней. Меня не волнует. И тогда на соточку оставил, у тебя ком сгорел за это время, и все. А какого черта он должен гореть-то? Хрен его знает. Прикольно портал выглядит. Вот, Игнат, зайди на стрим, реально очень круто выглядит. Да я все это время на стриме и сижу. Ну блин, реально, я вчера показывал в прицел, но это очень прикольно выглядит. Реально, сделай прикольно его. Шар. Теперь хотя бы видно его сдалека, и видно, что это портал, и видно, что в него прыгать нужно. И видно, что я провалился в яму, как идиот, мать твою. А что за яма? А, это где? Это херня ездит? Ну да, прикольно выглядит. Сейчас я загружусь, ну нахер. Я немного отключался тут. Серьезные донаты были? Ну, нет. Нет. Серьезные — это больше 20 тысяч? Ну, не знаю, там рублей по 300. Нет, ты что, я шучу, конечно, какие 20 тысяч. Я тут не хочу жить вечно, понимаешь? Я сдохну тогда. В смысле жить вечно? Ты что, сейчас не у себя дома, что ли? Не, ну ты не... Я не то хотел сказать, я ошибся в словах, да, я признаюсь. Я уже не знаю, что я говорю, да? Да, я уже немножечко язык заплетун немножко. Оп. Если я не умру сейчас, это нормально. Блин, сутки играть в сталкера просто вот по КД. А, это нужно быть Санчезом. Или Шкреком нужно быть, наверное. Да нет, Дрюс бы столько не сидел бы. Ну или Виджелинком надо быть. Сутки искать тайники в АП-2. Вот, да, вот лучше, да. И где-то вот челлендж, 58 часов там задонатят вообще все, что угодно. Тебе там миллион рублей задонатят. Ну не миллион рублей, 1007 могут задонатить за такое время. Цену 500 рублей ставишь за первый донат, то есть на первое продлевание. Ой, блин, меня кто-то хуярит даже. Тут, блин, где эта альфа? Почему она даже здесь? С какого хрена она, где вертолет? Она там раньше была или там кто-то другой вместо альфы? Где, в каком месте? Где вертолет? Которым надо какой? Через телепорт прыгать, которому надо. Там, да, она у подножия этой... Не, у подножия я убивал сегодня, очень страдал на этом, но убивал. А там вы сгоняли? Наверху ее не было никогда. Она подножие только. Может, там какие-то бандиты, наемники и так далее? А что в этом тоннеле? В тоннеле там у чувака флешка есть. Ух, нихрена тут снорков, а? Тут идею предлагают это. 1 час 50, 2 часа 100, 3 часа 150. Угу. Люди предлагают скатиться к полтиннику снова. Ну конечно, ага. И умереть мне здесь они предлагают. Они хотят моей смерти, видимо. Ну тут флешка есть, нифига себе. Я, кстати, не брал его никогда. Чем в этом хабаре интересного? О, он близко причем еще. Зачем ранг повышать куда-то дальше? Куда дальше ранг повышать? Я прям к вертолету вышел, что ли, как раз? Блин. Звук такой с конца еще, блин. Так, данные с бортового
Ага. Мускат отрезали его двигателя. Ебаные индусы. Что тут у нас еще? Карта и на ней отметки предположительных точек эвакуации. Б2, Б28, Б205. Блин, когда первый раз проходил за впредь, было так интересно. Сейчас все вот эти задания настолько приели стандартные, блин. Что даже видеть их не хочется нахер. Всякие точки Б2, Б209, Б205. Тра-та-та. Кота, ла-ла-ла. О, блин, внизу альфа. Внизу альфа, да. Она меня просто чуть расхерачила. Вот все, значит, я тут навечно. Зловещих мертвецов кто-нибудь ждет? Ну и ходячих. Сезон новый, нет? Сериалы, что ли? Да. Не, я не смотрел. Сериал уже будет по этим, по зловещим, кстати. Да-да. А Devil, что там как-то называется, да, там? Evil... Ой, Evil Vision, нет. Ну, а куда это телепорт? Нифига себе, это телепорт куда? Я в какую-то локацию пошел. Такое раньше... Это что за локация? Это я попал на Агропром. Как я попал на Агропром? Саня, в этом на Агропром надо попадать или как вообще? В СГМ можно? Рано еще, рано. А как я на него попал? Он попал... На следующем стриме на него пойдешь. Здрасте. А кто тут у нас находится? Я уже забыл даже. На Агропром. Там наемный спецназ. А у меня тут две метки есть. Скаты. Да не, ну скаты можно, но все равно потом туда пойдешь, смысла особого нет туда лезть. Да? Ну потому что ты потом пойдешь туда по заданию, по сюжетному. Окей. Только я выйду, не выйду, наверное, обратно сейчас. Выйдешь. А, не выйду. И куда я выйду? Туда же, где обратно, зашел? Зато. Туда, где зашел, да? Да. Прям в тот телепорт? Нет. Внизу, где дорога идет. Ты б... Ууу... Во-первых, сейчас игра вылетела. Это первая проблема. Вторая, что там альфа находится. Нахер, ну, такая нахер. Ну не говори, не говорите мне, пожалуйста, что опять эта херня. Ну пожалуйста. Надоело мне это уже, блядь. Диспетчер задач он маленький. Нет. Был же маленький тогда, чего он сейчас большой стал? Может, она где-то внизу? О, нашел. Хорошо тогда. А нет, не то. Нашел, но не то. Хромы. Ма-ма-ма, па-па-па. Опа, класс. Все на этом закончилось. Не нужно было ходить по порталам. Вылетает. Ну да. Что-то прям, ну, блин, я про Агропром мало чего знаю, но что-то там совсем куда-то завалился. Блин, хрен знает, что сделать даже, я не знаю. Можно электропитание, управление, мне нахер это не надо все. А, в этом же, в Windows 8 уже можно снять... А нет, тут не видно этого почему-то. Как на телефоне, жалко, нельзя. Сделал, да, снял, и все. Что, процесс? Да. Ага. Просто навел сбоку и снял, типа. А хрен тут получится так. Сейчас попробую исправить положение вот таким вот вариантом. Вот там птички поют. Это у меня, наверное. Ага. Окошко открыто, плюс 38. Нифига у меня тут показывается. Японам, что так все, настолько все плохо? Ну, жить на юге, вот такая вот беда. Ой,
Короче, мне, наверное, опять придется. Ох, ёпаная. У нас тоже. 3... О, а не, все нормально. 38. Смогла игра закрыться сама, нифига себе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как у вас жарко-то. У нас 28. 37 градусов, то там тебе духота вообще никакая. А где ты живешь? Ростове-на-Дону. А, да. Ростов на Дону. Да ну Ростов. Да ну на Ростов. Да ну на. Да ну на. Да ну на. У нас даже по местным меркам довольно жарко. 28. Ну игра, ёпта, что ты творишь? Что у тебя с экзешником игра? Может тебя от Windows 7 запускать все-таки? Сейчас попробую от Windows 7. А то у нас что-то... Может, у него реально проблемки с совместимостью какие? Ни хрена не помогает. Но все равно сейчас зайду туда в любом случае, так что... Не знаю, конечно, как. Надо... Я знаю, почему остается, то есть... И почему, скорее всего, не закрывается окно, потому что там два процесса. Один остается, когда я просто пытаюсь запустить, но не закрывается он. То есть он не запускает игру, но процесс остается в памяти. Мне надо, наверное, с игры, прям в папке игры запустить игру, чтобы не через ярлык попробовать. Попробуй. Да. Lost Soul называется, ага. Последняя душа? Нет, ну, последняя, да, Last, ну, то есть, ну, или какая-нибудь, не знаю. К чему, о чем? К чему, о чем и почему? Давайте, тут пока все это разбирательство, я мемчики покидаю в чат. Че? Форкинг фейсган? 44... 37... В Челябе дождь свинцовый. Нормальная 20, тема. 27 в Твери. 20... Читаю предложение в администрации, ну, в группе для администрации. Я вот спросить решилась, а радио свою не думали открыть? Голоса поставлены у многих, да и реклама своего рода. Тем более многие... диджеями бы стать хотели. Ну, молодежь я имею в виду. Девушка, радио. В каком она веке живет? Боже ты мой. Ну, может, интернет-радио, типа, может, популярное, как этот. Не-не, ну, да, мне кажется, что как-то... интернет-радио, да. То есть, тут никаких вопросов. Ну, мне кажется, стримы актуальнее делать как-то. Какое радио, чему, да. Короче, игра что-то пипец. Гнется. Прогибается. Да. Ребята теперь бугуртят. Ну, конечно, бугуртят, блин. Игра не включается хер знает сколько. Она просто висит, картиночка, и все. Видимо, картиночка — это и есть вся игра. Чё за мем этот, блядь, человек простой? Блядь, уже это везде его зафорсили. Сериал какой-то был с жирным. Дэйв, по-моему, и идет. Сложный прикол. Блин, нательная бугуртят уж я товарищи нахер послал на великах, не пошел кататься. Что-то с игрой не так. Не знаю. Давайте, может, во что-нибудь другое поиграем. Я думаю, зрители не будут против. Да, мне кажется, будут против. Не, я не буду в другое, что это все-таки челлендж. Я не буду ни во что другое. Мне нужно это запускать, понимаешь? Как бы я не буду менять ничего уже. Игру-то точно менять не буду. Так, одну минуту. Сейчас я тогда на секунду отойду. Может, это...
тут Саша тоже отошел, боже. Все убежали. Может прочитать, а то я не могу сейчас, потому что я пытаюсь. Ну что тебя прочесть? Ну что пишут вообще люди? Понизь графику в моде, или я приду к тебе домой и убью твою собаку. Это нормально. Они просто просят графон понизить. Так, я попробую обрать его. Я тут. Молодец. Давай мод запускайся. Донов не было. Донов не было, игра не запускалась. Сейчас только запустилась. Ты пришел, она сразу запустилась. Она тебя, видимо, ждала. Да, правильно. Делала. У меня 9999 в меню FPS было написано. Ой, господи. Значит, господа, на баяне играть не умею, в доту я не играю, жены у меня нету, есть девушка. А девушка — это будущая жена. Посмотрим на ее поведение. Это тоже важный фактор. Игра, ну давай, делай ты дело уже, хватит. Лирекс 112 пишет, что побежал тебе 1000 рублей класть. Ну, конечно, ага. Все бы было бы так просто. Вчера человек тоже хотел 1000 рублей положить, но что-то он как-то куда-то пропал потом. Резко. А так 1000, это, конечно, хорошо, но я боюсь, что я тут усну за 1000. Это сколько? Это 5 часов. Ну да. Игра как быстро загрузилась. Я же вроде хотел выйти с локации. Блин, если я сейчас опять буду выходить с локации, и меня будет опять вылет, то это просто попка. Попка. Сам сказал, сам посмеялся. Охуенно. Жутко века просто. Сейчас где-то сколько времени сейчас, кстати, интересно? Я не успел посмотреть. И вы часов не наблюдают. 3:30. Александр. Да ты гонишь, что ли? Четвертого. Сейчас начнется боль, друзья. Те, кто не видел боль, а сейчас увидит всю боль. И всю тщетность бытия, потому что здесь альфа, нахуй. А, я уж подумал, у тебя геморрой выскочит от такого длительного сидения. Выскочит, вполне может выскочить, если я буду так долго сидеть. Ты в этом прав, на самом деле. Это на самом деле может быть. Даже как бы это странно не звучало. И в шутку не звучало. Если долго реально сидеть... Постоянно... Слава, как живется в России. Слава, как живется в Беларуси. Я помню... Как живется в Беларуси? Ну, хреново мы живем это. Одну картошку едим это. Потом молимся на батьку. Ну, я бы вам такой жизни не посоветовал. Ну, батька хороший, да? Батька да, хороший. Да, думаем переехать все Беларуси в Зимбабве. Вообще я в России живу, если что. А как живется в СВГ? Отвратительно. Каких-то гопников понабрали, приходится с ними на стримах сидеть. Вообще какие-то непонятные. Реально, чуваки, вот тоже не знаю, кто такие, что они тут делают вообще? Кто ты такой вообще? Кто-то смеется, кто-то непонятно вообще. Ладно. Налоговый инспектор. А, ясно, все, значит, надо... Да, что вы тут вообще все делаете? Кыш домой, да? Блин, как этим пробраться нормально, чтобы они меня не завалили? Сколько респиться можно? Они до сих пор и заново зареспились. Ну, а, у меня стоит это восстановление на местах пустых. Что там у тебя стоит? Я не расслышал. У меня стоит просто на местах. На местах. Пустых. Да. Блин, хочу Ведьмаку аддон быстрее, блин. Мне так прет этот Ведьмак, я хочу пройти его как-нибудь, там, усложнив игру с одной смертью. Да, ну такое что-то там вроде, что-то очень геморно. Не, я не на стриме, я это не смогу сделать. И сам я это не смогу сделать. О, тут экзоскелетон пришел. Экзоскелетоны — это нормальные чуваки. Как живется в США? Нормально живется. Блять. Живу второй год, все хорошо. Только Россию не любят, и все.
На самом деле Россия любит, это просто тут, если, я думаю, большинство людей спросить в Америке, не думаю, что они как-то агрессивно будут говорить на это. Ну, неизвестно. Да я тебе точно говорю. Большинство, 100% наоборот, там, нейтрально там относится. Хорошо, там, так как и везде, хорошо работают средства массовой информации. Ну, я вот, например, учил английский через сайт LifeMoka называется. Меня, например, очень так хорошо подтягивали три человека. Один дед из Австралии, Смит, он работал дальнобойщиком. Ему на тот момент было 62 года. Потом шотландец, тоже какой-то был пенсионер, тоже меня учил. Хрен узнает, кем он там работал. Особо с ним не разговаривали. И девчушка из Эстонии, по-моему, Окла, на экономиста училась. Окла. А слушай, это как это ты его, получается, так его учил там через сайт, это чё, как? Ну как, там список заданий был, такой небольшой курс, а тебя в дальнейшем проверяли носитель языка. Вот таким вот макаром. И как, чё, выучил, не? Ну да, ну, что-то такое. Посредство, может быть, половину, да? Да нет, ну как сказать, ну скажем так, покушать попросить и где находится туалет, я смогу узнать. Ну, простейшую, так сказать, фразу выучил. Потом мне, если честно, просто надоело. Ну, это надо именно желание, чтобы было, чтобы учить что-то. Ну да. Потому что без желания вообще ничего хорошего никогда не получается. А еще лучше и какой-то потенциал, блин, ну, в общем, как это называется? Не, ну и... Он нужен для того, чтобы если в другую страну, допустим, едешь, а если будешь в России сидеть, зачем он нужен? Лучше всего, как многие советуют, просто с носителями языка. Я сейчас вам расскажу необычный феномен. У меня чувак стрелял сначала с дробовика, подходит с того же дробовика и начинает стрелять очередью. Я думаю, что пиздец, что ли? И звук из автомата простреливается. Я не знаю, что, у них, видимо, встроено в дробовики все, что можно. Значит, меня опять тут какими-то ебанутыми вопросами задал будет. Как живется у Игната, Малькова и Санчеза? Отвечаю сразу. Мы все геи, то есть... Одна комната у нас у всех. Да, в СВГ берут только геев это. Мы все с друг другом живем это. Живется нам классно, мы все друг друга любим, обожаем. И знаем вообще всех, наизусть знаем каждую болячку друг друга и каждое, все знаем о друг друге, все. А, жесть. Нормально, что-то, все хорошо. Тем временем стрим уже плавно переходит в стадию уже счета по суткам, а не по часам. Рассудка мне послышал, что ты там. Мой персонаж так заорал сильно, как будто он. Хотя я это патроны с дробовика не получал. Это был сарказм или какой правда? Сарказм? Мы никогда не сарказмом не пользуемся. Это все чистая правда. Да, в Stalker Online я, естественно, играть буду. То есть я пока что прокачиваю себе там максимальный уровень, набираю деньги и все такое прочее, чтобы потом предстать во всей красе перед вами. Вы главное ждите, он скоро появится на канале. Главное ждать. Ждите, и оно будет. Да. Оно исполнится. У меня чувак прям бачок скилил, видимо. Я только залезаю по лестнице, такой оп, я скачился обратно. Надо будет, и все еще хотим там собраться, здесь собраться. Надо будет собраться. В сурваче собраться будет. Сурвариум? Я вообще не хочу сурвариум играть. Ну да, он такой, он такая сейчас. Говёный какой-то стал, блин. Он специфичная игра, но можно бесплатно поиграть. Не, ну попробовать разочек можно, но там донаты будут, которых комплекты по 6 тысяч, так что ничего. Ну а я хрен узнает, я немножечко побегал полчаса, буквально там неделю назад устанавливал его в стиме. По-моему, шутан как шутан. Ну там донатские пацаны с этими, ну с чем-то, короче, донатские пацаны. У них пушки по 2 тысячи в стиме продаются. Да, ну. Там анальный донат, в общем. Ну, да, если посмотри так, в Steam, вот сейчас зайди в Steam, вот просто сейчас зайди в Steam, посмотри. Дай-ка я тоже посмотрю, да, вот да, я вот. В Steam. Давай. Сурвариум, смотри дополнение, дополнение. Библиотека, сурвариум, и как где смотреть-то, достижения? Дополнение, ну,
эти... Дополнения, да. Да-да-да, DLC типа. Загружаемый контент. Да-да-да, да-да-да. Ну, посмотри. Обновление. Так, на данный момент нету у вас ничего из загружаемого контента. Это где смотреть-то? Центр обновления. Просто добавить... на страницу мод, страницу игры зайди и просто посмотри, там внизу будет в 4 таких строчечки. Увидишь, что там будет. На страницу игры зайди, увидишь. И не надо мне лаунчер. Ребят, короче, нужно сейчас будет отвалиться, а то я тут сижу, лясы точу, надо вообще-то поработать. Так что пересоберите эту конфу в скайпе, а то я создатель же был. Ага. Потом в дальнейшем еще, наверное, подключусь. Ну давай, сейчас как раз пока реакцию не говори свою. Давай. Тут сейчас как давай. Давай. Сейчас, друзья. Че? У меня скайп полетел, друзья. Нормальная тема. Чувствую. Иллюстрации, что-то Санчес не берет. Все взял. Ну что, посмотрел? Сейчас я вот пытаюсь найти. Страница магазина там прям снизу должно быть. Комплекты всякие. Сурвариум. Ну, мне игра понравилась, но это как было... Не-не-не, там просто комплекты добавились. Даже с постоянными вылетами. Да я хочу просто посмотреть. Форум, достижения, группы, новости, дополнения. Ultimate Steam Started Pack 1400. А что за костюм у Санчеса? Ну, смокинг, вы что на камере не видите? Сурвариум. Weapon Pack. Ебана. Ну тут только 4 комплекта, в принципе. Ну по 2000 всего-то. По полторашке есть. Ну да. Ну, мелочи. Конечно. Мелочи все это. Тем более шел уже 7-й квартал 2014-го. До сих пор ни хера не слышно про свободный режим. Ну, естественно. Донат же есть, зачем вообще какие-то режимы? Есть же донаты. А тем временем уже сутки стрим. Ну окей. Нормальная тема. Ну и не знаю сколько. Где-то в 15.50 что ли запустил этот стрим. Ну да, в 15.40 даже где-то. 15.40, ну да. Поздравляю тебя с сутками. С сутками. Как бы это ни звучало бы. Да. С утками ты меня поздравляешь? Оу. Оу, пипец. Блин, почему наемники, они такие крутые? То есть они круче, чем даже все остальные. Альфа? Нет, наемники и альфа. Вот они самые топовые по дамагу. Они просто тебя за 2000 убивают. Ой, бандиты всякие и прочее. Лохи. Сами с ними просто. Сапро. Так, ты один единственный на стриме ЗП. Ну, я так понял. Это нормально. Нормально. Можно было вообще поставить категорию Games and Demos. Она на все игры. А нахера? Да, это тоже вариант. Нахера? Тоже не особо нужно. Напиши вместо играет в... Напиши там покер. Ага. И мне дадут бан на Твиче. Мне дадут бан. Это, ну нет, не дадут, но если прям совсем зарепортят. Ну это как бы так. Там бана не дают, но как бы нежелательно. Хороший тебе тоже. Короче, вот, грубо говоря, такой вопрос. Вот как поставить в 2.0 вот такие стволы? С такой вот анимацией, с такими текстурками. Потому что, черт возьми, они охеренно выглядят. Ну, я не говорю ничего, они, да, охеренно выглядят. Ну, я не знаю, я скачал пак целый. Я говорю, я хочу это самое с ГМом 2.0 и с этим самым. Ну, а почему не 2.2? А, ты Genesis хочешь? Ну, с Genesis'ом может не сочетаться. Ты поищи по форуму, но раз... Так там скрипты. Так это скрипты.
А стволы это, грубо говоря, текстуры. Нет, тут не так все просто. Тут же меши всякие и прочие херни. Саня 10 аптечек не взял. Сколько? Нахера мне 10 аптечек? Я вообще аптечки. 10. А аптечки это... не используешься. Видео не сухо, не духу. Где я 10 аптечек? Вот тут не взял 10 аптечек. 10 аптечек. Где видео? Лол. Видео, видео. На ютубе. Нахера вообще, ну, блядь, видео нужны, ёпт. Угу. Что, у меня какой-то уникальный контент был? Да ни в коем разе. Обыкновенный лицклей по скалкеру. А голос хороший. У меня обыкновенный. А Санчо за что, супер контент прям, да? Нет, я сам не говорю это. Ну, вон, можно меня не смотреть, Санчо смотреть. Любимые это... Оправдание Санчеса, идите Игната, идите смотреть других. А так нахера смысл? Чё, мне в 10-й, в 15-й раз на Ютубе какой-нибудь Медейрос проходить? Нахрена оно нужно? Чё, смотреть? Кому-то это интересно будет, что ли? Все, кто хотел, прошел. Всем, кому интересно, посмотрел. Даже у меня-то по 800 смотрят. Но это Медейрос просто не тот мод, который нужно, конечно, делать, но... Все равно. Что-то стволы повыкидывал. А, нахера они нужны? Сережа, по 2 и рубишься. А зачем эти курицы вообще нужны, блин? 2,5 года. Так там с ним какие-то яйца с них можно снимать, да, потом да, их продавать или что-то. Да, я сейчас покачу его по этому. А у него физики нет, а, лалка? На горе лежит яйцо и не катается вообще. Uh-huh. Яйцо без физики. Класс. Вот вообще у чего-нибудь есть физика, интересно? Допустим, ну, у бутылки водки есть физика, у всяких дезиков. Физика. Допустим, я кину вот этот вот. Выбросить. О, да, покатился чуть-чуть. Ну, не с такой скоростью, с какой должен, по идее. Еле-еле катится. Вот когда я по нему езжу, тогда нормально катится. Ты узнаешь его. Кроме Синемана, да? Кто хочет и Синемана смотрит. Ну, я говорю, там думать, анализировать тоже долго можно. До хера чё можно. А, кстати, он душевный подкаст сегодня обещал. Душевный? У него называются душевные подкасты? Что? Секунду, отойду. Ну, к примеру, вот опять же, взять же пример того же Синемана, который все подряд, все прошел у него там. По всем этим модам, чё, он... О, вышел 19-й, надо будет потом глянуть. Ой, чувствую, он будет новый врыв. На, блядь, короче, для Синьки что-нибудь замути хоть. Хотя нет, тебе для Синьки ничего нельзя делать. Нахера мне ссылка? Кто ждет Half-Life 3? Half-Life 3, господи, сейчас не... Слышь, знаешь, у него как называется подкаст? Душевный подкаст номер 19 и дальше. Смотреть капсом обязательно всем подписчикам. Второго лайв-канала, который там... Блядь, все, ладно, у меня жопа начинает гореть. Half-Life 3, да, блядь. Это уже такой миф. Такой же, как Stalker 2. Там ничего не понятно. Скандал, интриги, иллюминаты... Вроде делать хотят, а делать нужно что-то прям какой-то шедевр. А шедевры делать сейчас очень сложно. Все хотят шедевр. В общем, все очень и очень и очень сложно. Прочитайте мое большое сообщение сверху. Какое твое сообщение сверху? Не вижу я никакого сообщения сверху.
Что с Санчезом говорит голос? Не знаю. И вот товарищ по группе, скажем так. Товарищи. К чему ты говоришь такую чушь? Зачем, к чему? И почему? Скандалы синема на шаровах. Хуйня какая-то. Пацаны, у меня 700 ММР, как выбраться оттуда. Удалить все ненужное. На минах подохнет. Херня какая-то. А я сейчас... А ты хост? С двух каналов я захостил. О, господи, я тут на другой чат переключился, я думал, тут Санчеса такой активный чат. Ребята, дайте 1000 по превью, по интро, по голосу. Господи, знаешь, и вдоль ночных дорог шла бы. Просто энергетик замутить хотел, зашел, поэтому... Блин, ненавижу, когда мышка зависает в игре, и ты... Вообще в ней все зависает, мне уже надоело. Ну ничего. Слушай, так у тебя как-то это вебка получается всегда, она у тебя как-то снизу вверх смотрит. Ну да, потому что она у меня не на компе стоит. Ой, то есть не на...